Во всех школах открыт сезон осенних каникул, и многие ребята не знают, как провести это время, но только не те, что занимаются в военно-патриотических клубах. Администрация города Чебоксары совместно с управлением наркоконтроля и детской полицейской академией впервые провели республиканский фестиваль военно-патриотических клубов. 7 конкурсов включал в себя фестиваль, приуроченный ко Дню народного единства. Среди испытаний – строевая подготовка, стрельба из пневматической винтовки, сборка-разборка автомата Калашникова, подтягивание, туристическая эстафета, теоретические вопросы, боевой листок. Несмотря на то, что идея новая и работа по фестивалю проведена в короткие сроки, все участники достаточно серьезно подошли к подготовке. Ежегодно в республике у нас проводится достаточно большое количество различных мероприятий, именно связанных с кадетскими классами, с кадетскими школами. Но при всем при этом именно военно-патриотические клубы и объединения, да, вот таких сплоченных каких-то фестивалей, каких-то конкурсов как таковые не проводятся. Поэтому мы решили собрать именно военно-патриотические клубы, чтобы посмотреть, какие у нас клубы в республике имеются, что они могут преподнести, как они могут себя показать. Вот как показал наш фестиваль, у нас достаточно активно развито в республике данное направление. В фестивале участвовало 17 клубов и объединений «Чуваши», в которых занимаются школьники не только в городах, но и районах республики. Среди его участников 37-я школа, военно-патриотический клуб «Орлята-37». Команда юнов-патриотов появилась уже в 2011 году. Как отметили организаторы первого фестиваля, это плацдарм к поступлению в вузы России силового и правоохранительного профиля. Я являюсь участницей военно-патриотического клуба «Орлята-37», потому что хочу связать свою дальнейшую жизнь с военной специальностью. На данном фестивале я хочу приобрести новые знания, показать свои какие-то навыки и получить первое место из пневматической винтовки. Татьяна Салкина, Екатерина Ингалакова, «Жизнь столицы».